хотелось бы уделить чуть-чуть внимания качеству исполнения техники и ошибкам, которые допускаются. Во-первых, когда мы берем большой вес, 16 и больше килограмм, мы можем проработать силу, мы можем проработать выносливость, но не баллистику, потому что баллистика – это взрывное действие, именно то, что нам необходимо при ударе. Именно поэтому мы делаем взрывное действие на старте. Нас интересует для удара старт, не доставка и окончание, а именно старт. И вот здесь нужен небольшой вес и именно баллистическое упражнение. Обратим внимание на технические особенности. Базовые упражнения для разминки. Чего не надо делать? Не надо ебать гирю. Ни в коем случае. Нагрузка на поясничный отдел, вы ее просто угробите. Задача — ногами сесть вертикально и подняться, бросив гирю вперед. Таким образом мы получаем пам, пам. Предплечья совершенно расслаблены, пальчики держат легко. То же самое, когда мы сделаем справа, слева с подворотом. Мы подвернулись и не сюда унесли подворот и бросили вперед. Подворот и бросок вперед. Именно таким образом и получается. Вперед, вперед, вперед. Ручки расслаблены. Устремление вперед. Когда мы делаем маятник, принцип остался тот же. Подвернулись и за счет поворота таза мы выбросили ее вперед. Подворот вперед. Вот мы и получаем вперед, 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 вперед. Бросили, 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 бросили. Следующий вариант. Чтобы не перенапрягать предплечья, мы подкидываем и ловим ее. Мы иногда не ловим, но принцип остается тот же. Одной рукой то же самое, двумя руками. Суть в том, что предплечья расслаблены, нет рывков. Отсюда мы получаем все эти элементы работы одной рукой. Удар, удар, но не чуть-чуть приподнять, не плечом. Наша задача, как будто мы выбрасываем гирю. Снаружи сели, бросили, опустились, бросили. Не наклоняться. Вперед. Вот мы получаем устремление вперед. То же самое, если мы поднимем, развернем ладонь вверх. Это наш апперкот одной рукой. Это что касается ударов, когда рука опущена. Взрыв происходит передней дельтой, не трицепсом. Что касается прямых ударов сверху. Гиря — это ядро. Соответственно, мы используем технику ядра. Независимо, работаем с передней руки, задний, поворачивается таз и плечо. Вот мы положили как ядро, толкнули. Чтобы постоянно не бегать, мы используем баллистический вариант, то есть взорвались на старте и перенаправили, взорвались, перенаправили. Во втором варианте, когда мы делаем через бедро, тазом вперед, тазом забросили. Удар, заброс, удар, заброс. И только в третьем варианте мы включаем нагрузку на предплечье. Тазом мы забросили, толкнули. Забросили, толкнули. В трех, опять же, вариантах. Вертикаль, ладонь вниз, ладонь вверх. То есть вертикально, ладонь вверх, ладонь вниз. Не тянитесь плечом.
поворачиваетесь корпусом. Нос, колено не выходят за пределы большого пальца. После всех этих действий, конечно, раскидаться по воздуху и по цели. Здесь мы ставим только начало, только взрыв. Для этого большой вес не нужен. Большой вес можно ставить только в том случае, если вы освоили.